Во втором стационаре Люберецкой областной больницы работает единственное в округе отоларингологическое отделение. Здесь оказывают квалифицированную медицинскую помощь пациентам с заболеваниями уха, глотки, гортани и носа. Как себя чувствуешь? Намного лучше уже. Ну, после операции боль уменьшилась? Да, конечно. Так. За ухом не сильно болит? Нет, вообще боль не чувствую уже. Мария Молчанова в детстве часто болела отитом. Во время назначенного ей лечения выполняла все рекомендации врача. Несмотря на это, спустя несколько лет слух стал ухудшаться. В результате Мария оказалась на больничной койке. Жалобы были на слух, болели уши. Вот, сделали операцию на ухо. Теперь у меня ухо не болит, соответственно, и слышу уже намного лучше. Доктора очень хорошие, вежливые, отношения очень добрые, аккуратные. Сюда поступают пациенты с диагнозами отит, фарингит, гайморит и другими заболеваниями лор-органов. Отделение рассчитано на 30 коек. Лечатся и взрослые, и дети. Оперативные вмешательства у нас выполняются такие, как слухоулучшающие операции на ухо, по восстановлению носового дыхания. Выполняем как экстренные, так и плановые. Наше отделение единственное, которое выполняет операции под наркозом детям в восточном и юго-восточных округах Московской области. По улучшению носового дыхания. Аденотомия, аденотонзиллотомия. В отоларингологическое отделение Люберецкой областной больницы направляют на лечение и жителей соседних городских округов Дзержинского, Котельников, Лыткарина, Балашихи, Раменского и Жуковского. За год врачи оказывают здесь медицинскую помощь нескольким тысячам пациентов. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.